Насер Аль-Аттийе все менее досягаем для противников. Катарский гонщик из команды Toyota выиграл 9-й этап ралли «Дакар» и увеличил отрыв от соперников. 409 километров лидер общего зачета преодолел за 3 часа и 53 минуты. Следом за ним финишировал испанец Нани Рома, третьим стал гонщик из ЮАР Жениэль де Вильерс. Сошел с дистанции француз Стефан Петрансель. На 9-м спецучастке его внедорожник попал в аварию. В результате штурман Петранселя Давид Кастера получил травму спины. Изменения произошли в зачете грузовиков. В лидеры вырвался 4-кратный победитель ралли «Дакар» Эдуард Николаев из «КамАЗ-Мастер». На 9-м участке он на 14 минут опередил белоруса Сергея Визовича, который представляет команду «МАЗ». И почти на 30 минут Николаев обогнал финишировавшего третьим Дмитрия Сотникова, который переместился на вторую строчку в общем зачете. Среди мотогонщиков победу на 9-м этапе празднует француз Мишель Медж. Австралиец Тоби Прайс стал только 5-м, но все равно смог сохранить лидерство в общем зачете.